людям после 50 знакомиться негде. Но хотелось бы пожелать всем, чтобы они нашли свою судьбу не потому, что им скоро умирать надо, там как-то. Потому что в каждом возрасте, ну, человек об этом не думает. Каждый человек в душе, он молод. Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Геннадий, Виктор и еще один Геннадий. А невеста у нас Джульетта. Здравствуйте. Красавица. Проходите. Джульетта, 61 год. Отговорила своего женатого любовника бросить ради нее семью, так как сама не понаслышке знала, что такое остаться одной с детьми. Джульетта в прошлом артистка балета, сейчас балетмейстер в хореографическом училище. Мечтает о белой вилле на берегу Средиземного моря. Гордится медалью заслуженного работника культуры Кубани. Джульетта уверена, что невежда с лишним весом не сможет затронуть ее сердце. А немногословный подтянутый кавалер, увлеченный своим делом и понимающий искусство, может легко претендовать на ее руку и сердце. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Джульетта в 61 год. Вот мне тоже не нравится финал пьесы. Как так получилось, что вы остались одна с детьми? Это получилось в 90-е годы, когда нужно... Я жила в Грузии. А вы кто по национальности? Латышка. Смесь. Мама персианка, а отец латыш. Вы обратили внимание? Это же какое-то сочетание. Итальянское имя Джульетта и внешность, ну, чисто испанская. Мне нравится. Нужно было уезжать, потому что экономическая разруха, и все. Вот поэтому мы переехали сюда за своими родственниками, и я была вынуждена забрать двоих детей, приехать для того, чтобы дать им и образование. И... А муж что? А муж у меня, к сожалению, не смог справиться с такой ситуацией, поэтому он очень запил, и я вынуждена была его оставить у родителей и как бы... начать для себя жизнь с нуля заново. Это как называется на плече? Дочь, на плече? Вот это, да, вот это гипюр или что ну, это? Ну, это гипюр, да. Джульетта, ну, оба ребенка от одного мужа? Нет, у меня двое детей от первого брака и одна девочка младшая вот, от второго Всего брака. У вас трое детей? У меня три девочки, да. Ой, как здорово. Муж поддерживал вас? Да, он поддерживал, и первый муж поддерживал, и в меру второй поддерживал, пока совсем... Не ревновали вас к профессии? Ну, в общем-то, да. То есть они сначала женились на статуэтке, на красавице, им нравилось, да, что вы порхали по сцене, вам аплодировали, ну, поклонники, да. А когда женились, хотели, чтобы на кухне, наверное, да? Ну, не столько на кухне, сколько просто театральная жизнь, она... допоздна. Но скандалы случались именно на этой почве? Нет. Мне пришлось, когда у меня родилась вторая дочь, мне пришлось оставить сцену и переехать в город Волгоград, где я занялась педагогической деятельностью, потому что в Тбилиси жить было невозможно. Не очень хороша, а слишком хороша для меня. Скажите, а рождение детей как-то повлияло на вашу карьеру? Ну да, потому что я изначально была солистка балета. После второго ребенка я, в общем-то, не смогла быть где-то не на первых ролях, поэтому я решила, что я займусь воспитанием детей. Я обожаю историю Агриппины Вагановой, и я очень много читала о ней. Она же как балерина была, да. В общем-то, да, у нее были не очень хорошие да. данные, и отец ее ведь был перс, как и у вас. И поэтому у нее только были, в отличие от вас, очень крупные черты лица, она не могла танцевать партии героинь-красавиц. И она ведь тоже никогда не хотела детей, родила в результате троих детей, как и вы. И, ну, правда, случилось смутное время в стране, и поэтому она вынуждена была пойти да, на педагогическую деятельность. И она стала самой великой. Да, ведь ее труды, у нее же был математический склад ума, и она математически все это вычислила, оформила, да, и написала вот как раз книги. По... Школу Вагановой, по которой сейчас работают все в училище. Во всем мире. Во всем мире, да. Обычные люди, как правило, говорят нормально, артикулируют. Артисты балета о скромности своей, так как у них весь интеллект в ногах, они малоговорящие, и это вот очень заметно. А возраст от 40 до 60, я так поняла? Ну, в общем-то, да. И ухоженный, эрудированный, и со вкусом одеваться должен?
Да, конечно. И доход от 200 тысяч, да? Ну, вы знаете, я как бы о материальных благах не могу говорить сейчас, потому что... Ну, потому что вы, наверное, богатая. Нет, меня не очень интересует материальный вопрос, потому что... Пенсионер подойдет. Сейчас у нас, правда, пенсия маленькая, но ничего. Нет, я считаю, что человек, который... Вот, вы знаете, когда был с первым мужем, с отцом вот моей Тамары, у нас было в Тбилиси все, и яхта, и машины, и квартира, и дом. То есть, что такое хорошая жизнь, вы знаете? Да, я знаю, что такое хорошая жизнь, но я знаю, что такое взять сумку и убежать с одной сумкой. Я имею в виду сейчас, вы не про тот не вспоминаете. Сейчас я понимаю, просто... на одну пенсию. Мужчина, который хочет пить. Конечно, на одну пенсию жить нельзя и никому. Ну, Джульетта, скажите, пожалуйста, сейчас для вас настали лихие времена или наоборот, вы никогда так хорошо не жили, вот как сейчас? Вы в ладах с собой, у вас все есть, вам осталось только отдыхать, путешествовать и наслаждаться своим прекрасным возрастом. Но вы знаете, у меня... Когда уже никому, в принципе, ничего не должны. Да, я сейчас никому ничего не должна, но у меня есть прекрасная любимая работа, я ее очень люблю. Где? В каком городе? Меня пригласили в Краснодар, в театр Григоровича, в хореографическое училище. И я как бы вот уже один курс выпустила. У вас там служебная площадь? Да. Меня вообще зацепило. Все-таки в каком городе, в каком месте, на Кубани, в Краснодарском крае она живет? Мне это интересно. Ну, я выучила детей, у меня три прекрасные девочки. Девочки устроенные, замужем? Все девочки замужем, да, они прекрасно устроены, у них хорошие профессии. В общем-то, можно сказать, что в семье у нас прекрасные отношения, я как бы такие подружеские. А девочки живут в Москве? Да. Все? Ну, вот младшая сейчас в Твери живет, она вышла там замуж. Ну, это тоже, прекрасный я считаю, зять. Уже сегодня Подмосковье. Да, поэтому... И когда вы приезжаете, вы останавливаетесь у... Я здесь часто бываю, вот, потому что... Девочки. Педагогическая деятельность, она зимой каникулы, там осенью, весной, летом 2 месяца у нас, поэтому полгода здесь, полгода там, как-то вот так. Она да, человек да. С тайной. Да, да, да. С тайной. А когда тайна присутствует, то это есть, так сказать, вот тот манок, который хочется познать и хочется влезть в эту тайну. Я, знаете, хочу сказать, у вас прекрасная профессия, потому что для нее не существует возраста. Да. Вы чем старше будете становиться, тем вы будете более ценным работником, потому что опыт. А старше ты имеешь в виду, что значит старше? Возраст. Возраст. Нет, чем старее она будет становиться. Старше чего? Вот девочки будут старше, сейчас им 20, старше 30. Ну, я бы по отношению к Джульетте по поводу старее... А почему даже другим не нельзя? Значит, к ней потому нельзя, что, когда а другим сидят можно. Бабушки беззубые в 56 лет с внуками расплывшиеся, так отношусь, когда сидит совершенно потрясающе, мое личное восприятие, когда сидит очень ухоженная, необыкновенно стройная, красивая, с такой биографией, востребованная женщина, то у меня язык не поворачивается сказать «старее». Пенсионерка, все еще Джульетта. Но ты же не можешь сказать, например, по поводу Тамары, вот, чем старее она будет, правда? Потому тем что человек, попробуй. Потому что тем человек мало спал, много работал, много читал, образовывал себя для того, чтобы сегодня быть вот такой статусный. Все-таки ваш мужчина, как я понимаю, по возрасту будет старше вас. Соответственно, он будет болеть. Вы готовы за ним ухаживать? Почему? Быть нянькой, делать укол. Как вы? Сидеть у больни, в больнице наверняка. Он может выйти там. А врачи и медсестры все умерли? Вымерли? Нет, тратить деньги на его лекарства. А он придет к ней нищим? Лариса, ну тогда и сватай сама. В конце концов. Роза, такие слова говоришь. Нет у нас старости никакой. У нас одна молодость. Так, кстати, вы официально хотите жениться? Все вот эти вот гостевые граждане, я не понимаю, вы что это такое. Вы же там будете такое. Ставить паспорт? Это уже по мере... Не, ну вы... Вот сейчас я и буду. Я за то, да. Я за то, чтобы всё, значит, быть человеком имущество... близко родственной души, чтобы значит, были. Юридически после почему его нет? Или вашей кончины дети будут стоять в очереди. Не, а что? Нет, вы, наверное, будете жить вечно. Ну, кто знает. Все Джульетта и Джульетта, уж который год Джульетта. Бессменная Джульетта. С чем точно не будете мириться? Я с хамством. Угу. Я не терплю, когда мужчина вообще ругается при мне.
Вот мужчина, ну, как-то вот опять заниматься обязательно. Я уже говорила, что он должен быть креативен в своей жизни. Чем заниматься? Спортом. Активный образ жизни. С детства, как был для меня приоритетным, так он и остается. Вы утром ушли на занятия своими детьми, ну, я имею в виду учениками, пришли вечером. Вот он утром встал, жены нет, он должен сам пойти себе кашу сварить, потом пойти в спортзал позаниматься, потом пойти, наверное, еще поработать, ну, потому что как минимум надо это все содержать и так далее. А потом радостно вечером встречать вас, беседовать с вами о прекрасном, спросить, как вы устали, обсудить ваших учеников и вместе радостно лечь спать и утром проснуться, и все сначала. Тогда вы да, можете... утром слезнуть росинки с цветов, которые будут стоять на окнах. А еще хорошо бы, чтобы он с утра вам еще кофе в постели, ромочку и так далее. Ну а почему женщина должна так? Он тоже должен быть заинтересован своей работой. Он себе не... Скажите, а по хозяйству вы что-нибудь умеете? Конечно. Я вырастила троих детей, причем в те сложные времена. То есть это не выше вас? Приготовить, убрать, конечно. Это все равно будет. Я люблю чистоту в доме, и я доверяю себе. Да. Как бы мне нужно, чтобы каждый уголочек был чистый, но это, во-первых, во-вторых... То есть вы все про эту вот женскую сторону, все про это? А если муж скажет, все, сиди дома, ничего не... Ну, Джульетта как сиди дома? Вообще... Ну, как, очень просто, вы будете вместе сидеть. Она такой хороший, прочный земной знак. А когда у вас день рождения? 11 мая. Да, хороший, прочный земной знак, много земли. Вы человек упорный, очень сильный, хозяйственный, замечающий мелочи, все подмечающий, у вас прекрасная избирательная память, и так будет всю жизнь. Вот. Поэтому действительно и хозяйство можете держать, и содержать себя, и другого человека. Вы не любите нечистоплотности, кроме всего. Вы обязательно должны сказать это мужчинам, что вас будет раздражать, если он там сморкается, или вот эти все мелочи будут, зубная щетка, незакрытый тюбик, понимаете, на вот носки, еще что-то. Это очень важно для вас. Но Венера, воздушная Венера, конечно, она с Юпитером, безусловно, поэтому танец, поэтому любовь мужчин. Всегда и молодые люди в возрасте к вам тянутся. То есть абсолютно все возрасты покорны вашим увлечениям. Роза, ну чтобы смягчить твое настроение, я тебе хочу сказать, ты тоже относишься к тем женщинам, которые имеют право. А я не собираюсь замуж, я что, сумасшедшая, что ли? Ну еще год назад ты была сумасшедшая. Не, ну вот я... Спасибо нашей программе, я просто одумалась. Женщине как раз есть чем заняться, а не про кубики думать. Вон, внуки, дети, хобби. Вы знаете, у нас девушка была молодая, она рассталась со своим мальчиком, молоденькая девушка, это пукнул. А здесь не просто пукать будет, он еще храпеть будет, и еще не пойми, что с ним будет. А что вы хотели? Старость. Ну, наверное, она некрасивая, неприглядная. Ну, наверное, у меня есть и я не хочу свой эстетический, как говорится, эстетическое отношение к своей жизни менять за счет вот этой вот банальности. Тогда желаю Джульетте. Да не буду я ничего желать. Ей наоборот надо. Ты же работа, тогда сегодняшняя зарплата тебя вычту. Нет, не надо. Почему считать, что сваха – это лавка чудес или вообще почта? Ребята, сваха – это как женщина, которая помогает, но детородным, девочки мои, но включите, я не знаю даже, что включите. Вы же не собираетесь рожать больше. Я не собираюсь рожать, конечно. Счастье достойно любая женщина. Мне кажется, действительно, вот счастье и в любом возрасте, в любви возраст и покорный. Ну, так вот поэтому я не буду в этом абсурде участвовать. То есть ты сегодня не работаешь? Поспи тогда, Роза. Нет, я буду... Да, вот я лучше посплю. Я буду на женихов смотреть. Может, кого помоложе пригляжу. Без обид, совершенно без обид. Я не обижаюсь, я абсолютно уверена, что вы сегодня уйдете отсюда не одна. Да, я думаю, что у вас прекрасный период начинается, в отличие от прошлой зимы. Проходите и знакомьтесь с первым женихом. Пожалуйста. Bonsoir, madame. Je pense que vous êtes trop belle pour moi. Merci. Вот это три птички. Это птицы счастья завтрашнего дня. Смотрите, чтобы ваша кошка на них не охотилась. Спасибо.
Виктор, 67 лет. Инженер по наладке телевизионного оборудования. Обожает театр и фотографию. Утверждает, что балет его страсть, а балерина мечта. Гордится своим знакомством с Мирой Матье. Признается, что в юности был влюблен в Елену Проклову. Виктор мечтал жениться на блондинке Адетте, но волею судьбы стал мужем брюнетки Адилии. Надеется, что Джульетта разглядит в нем своего Ромео. А вот это из моего собственного огорода, сада. Какой вы молодец, какой вы молодец. Человека, который проживает на юге, в Краснодарском крае, вряд ли можно удивить грецкими орехами. Я знаю, что вы были влюблены в молодости в Леночку Проклову. Расскажите. Ну, это даже не молодость, это еще чуть ли не детство, 18 лет. Ну, какая молодость? Молодость. И вы влюбились в ее экранный образ, я так понимаю? Да, там как раз вот звонят, откройте двери, она же там шестиклассница и влюблена в своего пионер-вожатого, который в 10 классе, где-то лет как раз 18. Ну, вот как-то так. А они пытались ее найти? Все-таки вы москвич, работали на телевидении. Да, какие проблемы? На самолет приехал, на Мосфильм. Пытался ее найти, там начал... Попал на съемки там то «Выстрела», то у Хуциева там «Юльский дождь» снимался в то время. Вот пока, наконец, Табаков не подсказал мне, что ты не там ищешь, а на Ленфильме в «Снежной королеве» снимается. Ну, вы уже туда не полетели. Ну, зачем же? Ну, можно одну глупость сделать, но нельзя же повторяться все время. Может быть, последовательным своей глупости, глядишь, закончилось бы все каким-нибудь романом. Ну да, типа «Здравствуйте, грабли», это снова я. Ой, господи, ну, я уже волнуюсь, доча. Не надо. Вы прожили жизнь буйную, я читала вашу историю, но в голове у меня абсолютный сумбур. Я сложить все это не могу. Ну, может быть, немножко преувеличиваю. Сколько вы раз были женаты? Два. Сколько детей? Полтора. Сколько детей у вас? Один. Угу. Были счастливы? Или два. Одна девочка или две. Я не знаю. Я оценила шутку. А? Я шутку оценила. Нет, может, там на полном серьезе. Он не уверен, что вторая девочка его. Первая. А, первая. Ну, не вот уверена, тем более, да? Не просто, уверена. Понимаете, когда я перечитываю письма своей первой, где она мне расписывает, какая будет наша девочка, я просто не могу с этими письмами расстаться. То есть я мог бы ей подарить. Ну, а что, можно было, чтобы не сомневаться? А оказалось, что не такая девочка родилась? Да девочка прекрасная. Вы общаетесь с ней? Ну, когда я пытаюсь позвонить, она бросает трубку. По-моему, поскучнела как-то. Да, глаза у нее совсем не зажглись. А у вас вот так это и осталось, да, волочиться за артистками? У вас такая красотка. Да я даже не знаю, чем это объяснить. Может, а это кто может, вообще? У меня судьба такая. Это Танечка, моя первая любовь. Ну, не жена? Ну, она... А может... это... А это моя последняя, так сказать. Крайняя, да? Вот она на нее, как две капли воды, похожа. Портрет лица, фигура тела. А это дочка? Нет, это моя первая супруга, которую я два раза водил в ЗАГС, но ни разу не расписались. Почему? Ну, ее папа был категорически против. А почему, как считаете? У вас была солидная профессия для тех времен. Инженер, стабильная зарплата. Ну, я не знаю, ну, наверное, у тех людей, которые занимают более высокую ступень на... Ну, вы тоже почему-то любили дочерей высокопоставленных. Вот что-то простых вы никак не выбирали. Так это потом оказалось, что она высокопоставленная. Ну, у вас нюх на них просто. Не, ну вот я вижу девушку, да. У него нюх на артистов. Вот она по улице идет, девушка, и вот я посмотрел, вот, и вот я на ней женюсь. А у вас, вы сейчас пенсию больше 100 тысяч получаете? Если бы я был чиновником средней руки, то, наверное, у меня было бы больше 400 тысяч. Нет, у нас невеста нижняя рассматривает. Я сейчас выйду и скажу, у меня пенсия 30 и 20 заработок. Вы согласны быть моей женой 50 тысяч? Ну, наверное, нет. Вот и все. А это что за фотография? Кто и кто? А это моя супруга обнимается с каким-то конюхом. А почему порвана она у вас? Ну, порвала она ее, а я потом собрал. Как вещественное доказательство? Ну да. То есть вы ее уличили в неверности и расстались из-за этого?
Собственно говоря, улечать-то чего? Она с самого начала была запрограммирована. Ее, собственно, родители выдавали замуж как бы против ее воли. С таким напутствием, что ну, ты вот поживи с ним лет 5. А за это время найдешь себе получше. А зачем лет 5 пожить? У вас квартира, будучи... потому что это в жарких странах, а теща предполагала отдыхать и поправлять совершенно здоровье. Верно. Да, да, да. То есть у тещи, вот за ней можно ходить и записывать ее афоризмы. Вот, например, ее изречение: жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее нужно на курортах. Ну, хорошее изречение. Наш Геннадий Васильевич Благодарный. Это человек гораздо более широкого диапазона в своих, так сказать, интеллектуальных, спортивных апостасях. И мне кажется, что это нам не конкурент. А жену куда приведете все-таки? А я думаю, что все надо начинать с чистого листа, то есть всю недвижимость все продать. И где купить? И вот помните, как у Булгакова есть такая фраза: «Все к черту и в Кисловодск», да? Вот я думаю, а может быть, все к черту и в Севастополь? Очень хорошо. А вы поедете в Севастополь? Нет, я не поеду в Севастополь. Почему не поеду? Потому что это сразу не решается. Это процесс долгий. Тамара, скажи, пожалуйста, о Викторе что-нибудь. Луна в Козероге. Человек вы довольно скрытый, сдержанный. Многие вещи держите в себе, правильно? И не привыкли разбрасываться эмоциями. Планируйте свою жизнь на века. Я бы сказала, вот вам свойственно, вот, предположим, понравилась вам Джульетта, да? Вы зайдете один раз, она отказала, вы снова. Ну, это неплохо. Это неплохо. А вот по звездам видно вообще-то, он в нищете умрет или все-таки по, ну, как-то по завещанию хорошо будет у нее? А там вот не видно по звездам случайно? Я думаю, что у него прошел тяжелый довольно год. В общем-то, особенно это был период зимы. Вот. Он был непростой, зима и весна. Но вы все равно, вот не признаетесь, я понимаю вас. Но дело в том, что сейчас период будет более позитивный, в том смысле, что, ну, вспыхнет какое-то желание жить. Ты жених с приданым. Да, есть. Да, есть. Есть, и не маленькая. А у вас есть три бонуса: семейная тайна или традиция, скелет в шкафу и свидание. Можно свидание наедине. Я предлагаю скелет, скелет в шкафу. Скелет в шкафу? Ну, давайте, девочки хотят скелет в шкафу. Скелет давайте в шкафу. Посмотрим, давайте узнаем, что там за скелет. Судебная повестка, что это такое? А это кто? Рыжая. Из-за нее повестка? Ну, она просто написала заявление, чтобы меня привлекли к ответственности за то, что я вот не выполнил обещание жениться. Ой, а на меня тоже такие же пишут. Ну, слава богу. Что я не того мужа ждала. Ну, значит, не один. Виктор, а сюрприз какой-нибудь приготовили для невесты? Покажете что-нибудь? О, это здорово. Спасибо. У меня личное мнение, что, наверное, он не та кандидатура, которая нужна этой женщине. Счастье завтрашнего дня прилетело крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько звезд на небе серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Первая гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит, сердце любовь сохранит, а птица удачи опять улетит. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Проходите в комнату свою. Яна, мне было приятно, что вы очень внимательно смотрели на жениха и буквально ловили каждое слово. Поэтому и Тамарочка, и Яночка, жду от вас. Одно дело, когда мы смотрим и изучаем мужчину. Другое дело то, что мужчина не смотрит на невесту. Что очень странно. Стеснялся. Мне показалось, что он немного
ветреный. То, что ему нравятся красивые женщины, это понятно. Кому они не нравятся? Но за ней нужно также и любить. Ну, когда ты любишь, нужно еще и ухаживать за этой красотой. 70 лет уже не любят. Почему вы так думаете? Ну, потому что все это... 60. 67, уже 70. Почему люди в разном возрасте? Не любовь у нас разная. Венера бывает очень сильная у людей, они до конца жизни любят. Вот мой бабушка, мою дедушку любил до конца жизни. Это кто, бабушка рассказывала? Я маленькая была, я знаю. У меня отец любил мою маму очень сильно. И мой папа тоже маму. Ой, да любите себя на здоровье. Я просто наоборот говорю, Виктор, прям самое оно, то, что надо. Мои шансы равны нулю. Это однозначно. Вам понравился жених? Мне? Да. Нет. Почему? Я немножечко по-другому представляю человека, который должен быть рядом со мной. И он не соответствует по каким параметрам? Ну, в общем-то, ни по каким. Ну как это? Подождите. Роза, нет, ну не уговаривай. Человек сказал, я хочу, не люблю, не подходит. Ну, надо поэтому теперь твое мнение. А я считаю, что Виктор подходит. И подходит он по всем параметрам. Что вам не нравится? Диапазон от 40 до 60. Ну, 67 он в хорошем этом. Рост у него от 170 выше. Ухоженный, эрудированный, по-французски говорит. Интересный. Со вкусом? Он со вкусом одевается. Скажите, что не со вкусом, что вам не так? Вы знаете, вы все время зацикливаетесь на материальном. Меня не интересует, я самодостаточный человек. Но вы не хотите пенсионера с пенсией 10 тысяч почему-то? Я вообще пенсионера не хочу, на самом деле. Пенсионера не хотите? Нет. А вы сама пенсионерка. У меня очень активная работа. Это, во-первых. Во-вторых, я в душе абсолютно другой человек. Так и он тоже в душе молодой. Ну, вы меня сейчас уговариваете, но это не тот человек, который должен быть. Я в самом начале сказала, вообще стыдно приходить и думать про 61 год, про замужество. Ну... Нужно уже думать о смерти, завещание писать. Ты сама себя слышишь? Да, я слышу. Мне кажется, нам тогда надо всем просто этим заняться. Ну, вы же всем умеете. Тогда и выходите замуж, а вы начинаете в женихах копаться, как молодая. Это у него не так, то у него не так. Скажи, что зубы у него теперь еще не все. К стоматологу надо. Ну, это мое право. Зубы дело наживное. Тамарочка. Я хотела сказать, что, конечно, душевно-духовное взаимопонимание у вас есть. Но страсть не закипит, потому что это оппозиция планет, которые отвечают за физический, вот буквально Тамара, животный контакт. Про какую страсть? Извини, даже я уже сейчас как-то начинаю нервничать. А мне кажется, я уже нервничаю. Хорошо, я просто скажу. Джульетте нужна страсть, она человек Венеры, понимаешь? А Венера обновляется каждые 8 лет. Помнишь миф про Венеру? Она постоянно девственна. Вот. То есть она рожает ребенка, она спит с мужчиной или с Богом, и она становится снова девственной. Помнишь? То есть 61 может остаться. Не почему нет? Не вот в том-то и прелесть, понимаешь, организма. Ну, как раз это про меня. Представляешь? Проходите, знакомьтесь с женихом. Джульетта, я пришел похитить ваше сердце. Спасибо. Спасибо, проходите. Геннадий, 64 года. Солист театра, оперы и балета. Обожает музыку и хорошие компании. Мечтает побывать на Карибах с любимой женщиной. Гордится своей мамой. Предупреждает, что категорически не потерпит животных в доме. Красивые женщины всегда провоцировали Геннадия на подвиги. Но ни одна из его жен не смогла оценить их по достоинству. Надеется, что Джульетта его поймет. Здравствуйте. Ну, если вы расскажете нам о своих подвигах, мы вас постараемся понять. Ой, Господи. Ну, подвиги, какие подвиги? Жизнь большая, творческая. У артиста всегда много приключений, много знакомств. Но в первую свою жену вы влюбились с 7 класса. Да. Да, вообще, это первая любовь. Но причиной нашего расставания явился театр. То, что... Ну,
поклонницы. Потом... Она тоже была артисткой? Да, она и по сей день, так же, как и я, в театре. Работаем только в разных городах. Это человек искусства, получается. То есть у них должно быть много общего. Ревновала вас? Да. Ну и я ее, конечно, были? У меня больше. Было к чему и кому ревновать? Да. То есть вы да. слабы были на это дело, да. понятное да. дело. Да. А что, красивый? Ходач. 16 лет прожили. Да. Дети. И вот от первого брака первая дочка. Да, Анжелочка. А, ну вы не артистка, я так понимаю. Ну, начинали, но потом бросили. А вы внучка? Было, внучка. Да. А это танцующая артистка. А можно еще маленького внука, чтобы показали? Здесь присутствует. Денис. Тоже пришел за дедушкой. Ой, вы видите, как хорошо. Да, Династия. С семьей, с поддержкой. Хороший знак, между прочим. Да, Джульетта, конечно, очень. Как все по вашим глазам сразу считывается. Все про вас, понятно. Жена, конечно, знала про ваше похождение. Ну да. А еще браки были у вас? Дети не родились? Как? Тоже родились? Да, Максимка еще родился, потом еще. А это не балерина, Олечка? Я уехав, я познакомился с балериной, с классичкой. Ну, Джульетта меня понимает. Вот. И вот я, ну, влюбился, хотя у нее был мальчик по имени Стасик. Влюбился в нее, хотя у нее был мальчик. Вот это вот, хотя у нее был мальчик. А при чем тут мальчик? Я потом, когда мы сошлись и официально зарегистрировали наш брак, я его усыновил. Стасику было 2 годика всего лишь. Сколько прожили? 16. У вас родилась дочка? Да, Машенька. И у нее были какие-то проблемы, да, по здоровью, я знаю? Да, дело в том, что, ну вот, Джульетта, как и многие меня поймут, когда женщина в положении, то как бы ей нужно спокойствие, нормальная жизнь. А у меня Оленька танцевала до 7 месяцев, танцевала «Лебединая», танцевала «Мертвую Жизель». А как можно животом? Ну, там утягивали, но животик не очень большой был. Но до 7 месяцев, и когда родилась Машенька с двусторонней дисплазией... Это что? Ну, это в тазобедренном участке косточки выходили из вот этой чашечки. То есть она не могла ногами шевелить. Ну, понятно, перетягивались. Да. И 2 годика она была вот в этих шинах. А ну, сейчас? Тьфу-тьфу, все окей. Слава Ну, нельзя на лыжах, на коньках кататься. Ой. Да ладно, что лыжи, да. коньками. Вы ей изменяли, Оленьке, балерине. Иногда. Она об этом знала? Догадывалась. Понимаете, вы задаете такой вопрос, Лариса. Мы же с вами коллеги, театр вообще-то задавайте очень скользкий. Мне вопросы. Не буду. Я тоже, ну а что? Ну, вы у нас в гостях были. Я в Сыктывкаре, вы же были у нас? Конечно. И сидели в моей гримерке. А я вам оставила что-нибудь? Нет, ничего не оставила. А я обычно оставляю. Нет, а я обычно всегда оставляю в гримерном столике для своих там коллег. Там такие очень внимательные у нас уборщицы, что все убирает, что лишнее. Так, значит, все духи, косметику, которые я во всех городах, куда езжу на гастроли, шарфики. Нет, серьезно, какую-то бижутерию оставляю и пишу там спасибо за то, что разрешили. Или там какое-то красивое там что-то... Нет, все вы мне серьезно скажите. Ну да. Вот в вашем гримерном столике? Я, ничего. А там что, уборщицы проверяют все это? Ну, когда гости бывают. А-а-а, ой, как нехорошо. Фу. Я думаю, что здесь встретились, выражаясь языком розы, встретились 2 птички, которые друг друга стоят. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Пока реклама. А вы пенсионер? Я. А ну, вас... работающий. Конечно. Работающий. А у то есть пенсия плюс доход гонорар? Доход больше 100 тысяч, да? Нет, меньше 100 тысяч. А вот вы, кстати, откуда взяли, что это, что 100 больше 100 тысяч вообще? Ну, просто вы все время говорите о пенсионерах, а я как бы нет, не говорю о них все время. Поэтому... Ну, хорошо, а мужчина в 60 лет, ну, 50, 59 а что, разве лет. У меня там написано, что конкретный возраст 60.
А какой возраст-то? Нет, ну простите, но есть люди, которые занимаются любимым делом, нормально зарабатывают, потому вы что сейчас, они... Я про мужчин вас спрашиваю. Хорошо. От 45 до 60, да, правильно? Конечно, да. Вот, ну, 59 лет но мужчина, 100 тысяч. Ну, Джульетта имеет в виду почему молодых мужчин, у которых свое дело, и которые пенсию себе, вот девочки качают головой. Ага. Я понимаю, мы с тобой говорили нет, об этом. Нет, молодых, но есть люди, которые в возрасте у которых свое дело, и которые сами себе назначают. Означают пенсию, конечно. И они богатые, и у них уже все есть. И для них возраст не страшен. А поскольку они богаты, они хорошо едят, занимаются спортом, собой, они красиво разодеваются, да, очень я сильно. Знаю, они ко мне приходят. Я что, удивляюсь-то? Правда, почему-то, как только говоришь про возраст, они говорят, Роза, какая вы замечательная, вы так прекрасно выглядите, и дорого, потому что вкладываю, конечно. Говорит, ой, вот мне вот такую женщину. Я говорю, теперь давайте про возраст. Только лет 24. Да, да. Геннадий, может быть, вам женщину попроще? Понимаете? Ну, не хочет попроще. Скажите, у меня другой вот вопрос. Что значит, понятно, не что вы развелись? Что значит попроще? Ну, я имею в виду простая женщина. Костюмерша. Костюмерша, например, да. А что, она будет следить за вашим здоровьем. Смотри, как рассмеялся Геннадий. За вашим здоровьем будет следить. Смотри, какой истерический смех, Роза, просто от тебя да, это вообще не про меня, не для меня. А попроще ему неинтересно. Это понятно. Помоложе ему надо. У вас был еще роман, который продлился 6 лет с очень юной барышней. Да. Актриса? Это... А? Актриса? Нет. Или поклонница? Поклонница, перешедшая, ну, так скажем, в благоверную. Ну хорошо, мне как-то видится ваш союз. Вы такая изысканная, ну просто очень требовательная. Вы абсолютно не просто в здравом уме и в твердой памяти. Вы работающий, вы прекрасный, вы живой, вы реагирующий, вы в такой форме совершенно чудной. Я понимаю, что вам ну, возрастных ролей, и все они будут ваши. Я, например, ничего не вижу против. У вас есть два бонуса. «Семейная тайна» и «Свидание наедине». Ну, наверное, «Семейная тайна». Давайте девочки. Минуту наедине. Я думаю, у меня есть о чем давайте делать. Будем все делать так, как хочет внучка. Я предложила вам пойти и пообщаться в течение минуты. Пожалуйста, да. Вы меня спросить ни о чем не хотите? Я хочу спросить, в каком театре я как-то, наверное, прослушала вы? Республика Коми. Так. Город Сыктывкар. Понятно. И вот там я работаю ведущим солистом театра уже 32 года. Потом вот сейчас мы имеем возможность, и балетная труппа выезжает. В Англии мы уже в течение 4 лет выезжаем. Потом оперная труппа. Так, вы в театре в оперном или вы нет, руководитель? Нет, оперный театр, он имеет по жанру и оперы, и балеты. Нет, это понятно. А вы то есть вы артист в этом театре? Я. Все, понятно. Да, я певец, танцующий, играющий, все. Почему все время я говорите, у вас какой-то... А я очень часто бываю в Германии. Понятно. Есть такая привычка, может быть, нехорошая. Нет, но... Вместо «да» я. Просто у меня родни много в Латвии, они тоже так же говорят. А вот так же, да? Я так, да, думала, то есть у вас так много везде всего понемножку? Ну, я латышка вообще-то, да. Геннадий, да? Я с нетерпением жду сюрприза, который вы приготовили. Проходите на сцену. Оживила уже. Оживилась, улыбается. Как будто разбудил ее. Дождинка малая на землю капнула, а мы не встретились, что было кануло, что было не было. Он произвел умопомрачительное впечатление, как говорят в таких случаях, formidablement, c'est impossible. Желаю вам всегдашней радости в судьбе, желаю вам всего того, что вы желаете себе, желаю вам одних счастливых дней в году, прошу меня не узнавать, когда вас в ней окружать.
к вам приду. Желаю вам! Браво! Браво! Спасибо, девочки, как вам повезло с отцом и дедом. Достойнейший человек, человечище просто. Берегите его, прошу вас. Душевная близость у них может быть. Джульетта, ну если вам женихи ваши ровесники не нужны, то добро пожаловать на сайт двое.тв. Студента вы там точно найдете. Что вы скажете? Я думаю, нам, маме, не нужны никакие студенты. Это прекрасный мужчина. Он безумно душевный. И интересный мужчина, я думаю, который тебе очень и подойдет. Яна? Он интересный мужчина. У него потрясающе красивые глаза. Он смотрел, он любовался, и он искренне говорил, что у него было в прошлом. Нет, ну молодцы, как они разглядели, пап. Что вы увидели? Вы повеселели. Ну ладно, блестел. Ну, мне понравилось, что он пришел с семейством, и как бы совпала и внучка, и дочка. Ну нет, семья просто изумительная. Да, это понравилось. И мне показалось, что он такой жизнерадостный, оптимистичный. Видите рядом с ним себя? Ну, в общем-то, можно сказать, что да, но ну, слава Богу. Мне но понравился что? Его голос очень. У моего отца был такой голос, он прекрасно пел. Но что? Но вы сказали, но... Какое «но»? Что вам может помешать? Сыктывкар, это как-то это очень далеко. А какой город бы не вызвал в вас вот такую вот снисходительную усмешечку? Москва. Скажи, пожалуйста, за 7 лет был хотя бы один такой случай, что москвич, мужчина, женился на приезжей женщине, ну вот такой возрастной категории? Нет. Это вообще из области фантастики просто. Да, я тоже не припомню. Не разбежались. Ну, правда. Но это, Джульетта, ну это быть, правда я так. Просто... Вы знаете, москвичи очень ревностные и очень держатся под за Москву свои квадратные метры. У меня вот друг, как раз он ровесник Геннадию. Что ты? Нет. Вообще. Они сами как-то да. хотят. Мало того, а молодые мужчины, особенно если артистка, да еще и известная, да еще и деньги зарабатывает, конечно, они будут вьюнами виться, но только для того, чтобы продвинули, помогли, квартиру купили, машину, денег дали, познакомились с нужными людьми. Когда я с ней здесь вот наедине посидел, пообщался, я понял, что она загадка, но не простая загадка, она загадка с оппозицией. В первую очередь одинаковый менталитет. Практически чуть ли не в одном градусе Меркурий, поэтому я думаю, что совпадение по взглядам должно быть очень мощное. Для вас, например, этот человек принес бы полное обновление жизни, то, чего вы даже не ждете, понимаете, да? Вот какая-то перемена жизни конкретная, когда вы на себя можете посмотреть другими глазами. Но главное, здесь есть физическая совместимость. И причем такая удивительная, что вы могли бы себя вдвоем почувствовать снова юными. Как здорово! Но у нас еще есть жених. Проходите, знакомьтесь. Добрый вечер, Джульетта. Здравствуйте. Это вам немного красоты природы, вдобавок к вашей красоте. Сознаю, что она мало что добавит, тем не менее. Спасибо. Геннадий, 60 лет. Журналист, заместитель главного редактора в автомобильном издании. Увлекается философией, историей и подводной стрельбой. Гордится тем, что баллотировался в президенты Приднестровской Молдавской Республики. Геннадий никогда не был верен своей супруге, но, узнав о ее измене, понял, что не сможет простить предательство. Уверен, что с Джульеттой он станет самым счастливым. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий, а вы жене изменяли? Ну, уже было сказано, что имело место быть такое событие. Почему? Достаточно банальная ситуация, когда испытания бытом подвергают первоначальные чувства.
То есть она позволяла себе в люди выходить красавицей, а дома засаленный халат. Он произвел впечатление серьезного соперника, вот тому, который типа главный балетмейстер. Вас не смущает, что невеста старше вас? Ну, судя по внешнему виду, это не скажешь. Потому что я знаю, что мужчины, в общем-то, не очень это любят. А вы в хорошей форме? А то вот Джульетте, ну, чтобы мужчина был в хорошей форме. Ну, ты же видишь, посмотри, потрясающе. Нет, я-то вижу, но, может быть, Джульетте нужны подтверждения. Ну, можно сказать, что 2 года назад мне приглашали принять участие в чемпионате Европы по спортивной подводной стрельбе. А в прошлом году региональное соревнование. Ну, международное, но региональное. Браво, просто... Искусство, культуры, в частности, общности никакой нет. Он далек от этого. Вы живете на Кубани. Краснодарский край. Да. Черное море. Да. Это была колыбель отечественного подводного спорта и подводного плавания. Мне просто вот, я на вас смотрю, вы балерина, да? А мне хочется раздеть вас и одеть на вас подводное снаряжение. И погрузить вас под воду. Вы... русалка. Черное море мечтает вас увидеть. Это может дать новые эмоции в жизни. Спасибо. Да. Спасибо вам Черному огромное, морю. Валентин. У вас остался один бонус — семейная тайна. Хотите ее узнать? Ну да, конечно, интересно. Геннадий. Ну, я имею, как считаю, достаточно много оснований считать, что моим каким-то родственником и не столь далеким является Михаил Сергеевич Горбачев. Основываясь это на том, что когда я у своей бабушки в свое время изучал свою родословную, там среди украинских фамилий по матери я украинец, Пинчук, Снежко, Деревянко и так далее, обнаружилась фамилия Горбач. А сейчас ваша фамилия другая? Благодарный. У него очень красивая фамилия. А-а-а. Благодарный. Геннадий Благодарный? Васильевич Благодарный. Какая красивая. А сюрприз какой-то приготовили для невесты? Да, приготовил сюрприз. Пожалуйста, давайте посмотрим. Я приглашаю Джульетту пройти сюда. Вот, как я уже говорил, практически с детства я знаком с морем. И поэтому я предлагаю немножко себя ощутить в этой ипостаси. Можно я не буду это одевать? Это не мое. Вот капризулька. А дайте я одену. Только быстро рожу. Там лебедь рвется в облака, здесь щука тянет в воду. Давай ласты сначала. Маску потом, ласты. Нет, сначала ласты в последнюю очередь одеваются. Почему? Ну... потому что в них тяжело ходить, это можно упасть. А я ж ходить-то не буду. Акваланг. Да не бойся, я тяжелый, ношу. Давай. Ларис, хочешь кислородик-то? Ура! Ну, если бы не Роза, сюрприз бы вообще провалился нулевый. Да. Спасибо вам, друзья мои. Теперь проходите в свою комнату, а мы вас обсудим с невестой. Я была с первой минуты на вашей стороне вот программы. У вас такое недовольное, безрадостное лицо. 3 мужчины перед вами, но уже только не стояли на голове. Ну, почему мне подвелся? Ну, нет, ничего. Вам не нравился сюрприз. Как-то вы не пошли ему навстречу. Ну, мне кажется, это неправильно как-то. Это очень жестоко. Не будет 45-летних, либо альфонсы, которые будут жить за ваш счет. 45-летние будут у ваших дочек. У вас нет. Мне кажется, это неправильно, девчонки. Вот, понимаете, вот неправильно. Мне даже как-то обидно за них, за всех. Мужчина достоин и внимания, и времени. Даже, по крайней мере, хотя бы не просто пьющий, чисто по-человечески. Вы... Да, буду рядом, буду ходить на рыбалку, прыгну с вами с аквалангом. Не важно, что вы не прыгнете туда, может, он вас и не потащит туда. Все это вторично. Главное, это чтобы была бы искра проскочила, чтобы было обоюдное влечение. Скажи мне, пожалуйста, прекрасный, по-моему, мужчина, нет, Геннадий? Интересный, да. Что очень важно вот в ваших картах, конкретно у вас и у него, так же, как с другим Геннадием, Геннадий раз, Геннадий два, у вас очень хорошая физическая совместимость.
Вот так. Поэтому, ну... Поэтому будем выбирать. Ваш... Тамарочка? Я посоветовала бы маме Геннадия, который великолепно поет, с которым будет безумно интересно и душевно по вечерам поговорить. Это мы! Пап, это ты! Очень подходит вам и первый, и второй Геннадий. Первый Геннадий – это понятный человек из вашего круга, из вашей сферы искусства. Второй Геннадий – это новая жизнь, новое дыхание, менталитет другой. Поэтому, конечно, выбор за вами. Вы человек взрослый, знаете, к кому пойдете, но слушайте все-таки свое сердце, оно вас не обманет. Мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Теперь я знаю, ты на свете есть. Плакать не надо, папа тоже счастье хочет, понимаешь? И он никогда не выберет женщину, которая сможет сделать больно тебе. Не трогай ее, пожалуйста. Я предлагаю всем выйти и поддержать Джульетту. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад. Понравилось общаться с вами. Как дальше будет, мы посмотрим. Посмотрим. Время покажет. Да. У нас есть пара Джульетта и Геннадий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Рада за вас. Спасибо.